Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот интересный диагональный рисунок. Здесь, если посмотреть, ряды не горизонтально расположены, а вот так вот по диагонали. Графическая схема рапорта узора в описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Начнем вязать узор. Он состоит, если разобрать, из трех этапов. Всегда вначале мы набираем на спицы 3 петли. У нас 2 и 3. Вяжем первый ряд. Кромочную мы снимаем. Делаем накид. Лицевую мы всегда будем провязывать за переднюю дужку. Провязали одну лицевую, снова делаем накид и провязываем кромочную. Это наш первый ряд. Развернули. На изнанке снимаем кромочную. Наш накид мы будем провязывать не за переднюю, а за заднюю дужку, делая перекрещенную петлю. Лицевую просто мы провязываем лицевой, и наш последний накид мы также провязываем за заднюю стенку, делая перекрещенную петлю кромочная. Мы в начале каждого лицевого ряда будем делать 2 накида. Первый накид у нас всегда идет в начале. Мы кромочную сняли, сделали накид, провязываем петли. У нас в конце делаем накид и провязываем последнюю кромочную петлю. Так мы будем вязать, это получается первый этап, мы так будем вязать на длину, вернее на ширину нужного нам полотна. Вот мы опять кромочную сняли, сделали накид, провязываем одну лицевую, вторую, третью. У нас осталась последняя кромочная, мы делаем накид и провязываем кромочную. Разворачиваем, кромочную снимаем, накид провязываем за заднюю дужку, остальные петли мы вяжем за переднюю дужку, опять последний накид вяжем за заднюю и кромочная. Снова переворачиваем и точно так же повторяем. Снимаем кромочную, делаем накид. Все последующие петли провязываем лицевой за переднюю стенку. И в конце опять мы делаем накид и провязываем кромочную. И так вяжем до ширины нужного нам полотна. Мы провязали первый этап. Это ширина нашего изделия. Переходим ко второму этапу. Мы будем вязать высоту, нужную нам высоту. Мы в начале каждого лицевого ряда будем делать точно так же один накид. После кромочной и остальные петли провязывать лицевыми. У нас на левой спице осталось 3 петли, 2 петли и кромочная. 2 последних петли нам надо провязать вместе. И кромочная. Переворачиваем нашу работу. И на изнаночной мы вяжем одними лицевыми.
Доходим до нашего накида, провязываем скрещенную петлю, кромочную. Опять переворачиваем нашу работу. И так будем повторять. Вначале мы делаем накид прибавления, в конце мы наоборот 2 петли провязываем вместе на убавление. Итак, мы провязали наш второй этап, высоту нашего изделия, в данном случае моего. Переходим к третьему этапу. Теперь нам надо выровнять наше полотно. Мы на лицевой стороне будем убавлять по одной петле в начале ряда. Мы провязываем 2 петли вместе. Дальше вяжем лицевыми. И теперь в конце ряда мы также убираем одну петлю, провязываем 2 петли вместе. Кромочная. Изнаночную мы провязываем лицевыми. Снова переходим на лицевую сторону и точно так же снимаем кромочную, провязываем 2 петли вместе. Дальше вяжем по рисунку лицевыми. У нас остается 2 петли кромочные, 2 петли мы вместе провязываем и вяжем кромочную. Переходим на изнаночную сторону и ее полностью провязываем лицевыми. И так вяжем до конца, пока у нас на спице не останется, ну, примерно 3 петли. И вот я почти дошла до края, у меня осталось 5 петель. Кромочную я снимаю, провязываю первых 2 петли вместе и вторые 2 петли, кромочную и предпоследнюю петлю тоже провязываю вместе. У меня на спице остается 3 петли. И на изнаночной стороне я провязываю 3 петли вместе. Тем самым завершаю нашу работу. И вот такое вот интересное полотно по диагонали у нас получается.